Фестиваль пирога стал хорошей традицией Дома культуры «Буревестник». Здесь его проводят уже несколько лет. Мероприятие, приуроченное к Дню народного единства, перенесли на 2 недели из-за ковидных ограничений. Но сегодня ничто не помешало большой дружной компании собраться вместе. Дорогие друзья, еще раз поздравляю, желаем вам творческих успехов, презентации своих кондитерских шедевров под наши, конечно же, бурные аплодисменты. Ну и, как говорится, кучу эмоций, хорошего настроения и, конечно же, улыбок. К фестивалю присоединились добрые соседи «Буревестника» – творческие коллективы из Центра культуры и досуга «Ладыкина». Поэтому и возникло такое название – «Вместе вкуснее». Праздник добрый, хороший. Почему пирог? Потому что пирог, как говорится, он всегда объединяет. Это вкусно, это сытно. Фестиваль у нас «Вместе вкуснее» называется. В праздничной программе – презентация кондитерских изделий национальной кухни народов России, а также концертная программа. На столе хора «Русские напевы», пироги с мясом, капустой и маком, блины, ватрушки, мед и, конечно же, самовар. Здесь, как нельзя кстати, задорные частушки. Посыпся горох на 4 пучки, а у нашего гармониста золотые ручки. А фолк-группа «Млада» представила татарский стол. Руководитель коллектива Алина Лукьянова рассказала о блюде чак-чак, которое имеет символичное значение как для этого народа, так и для Дня народного единства. Наш татарский поэт Каюм Насыри говорил о нем, что он очень символичный, этот чак-чак, что его вот эти вот маленькие крупинки, собственно говоря, символизируют потомство. Желтый цвет – это богатство. Липкий вот этот вот, то, что они между собой очень связаны, это родственные узы. Вот, то есть он такой очень для татарского народа очень значимый. Каждый участник оформлял свой стол с трепетом и любовью. И все же на сегодняшнем празднике нет места соперничеству, только единство и дружба. Мы приехали ради показать концерт для всех, чтобы оценили нас. Ну, здесь уже что оценивать? Тут все известно, да. Все видно. Победил одним словом дружба. В следующем году «Буревестник» планирует расширить фестиваль и пригласить другие творческие коллективы городского округа. Положение уже готово, поэтому жители смогут встретиться на празднике пирога еще не один раз. Анна Михайлова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.